короче, закинул, и чё суще набил? Фермер, нафиг. И в эту, ух ты, вот чё, ёба, ой, ёба, дурак, а? Ай-яй-яй! Опа, поехали, как? Опа! Вы живы? Вы живы? Успокойся.
Ну, потому что нельзя на перемете тормозить. Ну, ей-богу, ну... А там было. А баги не дала? Да. Мужик. Без лица. Ужас. Еще одна. Курва ебана! Да-да, ружье он, конечно, взял с собой. Ну как же ехать? Быстро, без оружия. Красавица, теперь стал солдатом, значит, я солдат. У Альфы дробиковка, а у меня ружей. Это почти одно и то же. Оба мы солдаты, это ясно. Первый раз тогда. Юлан была стара. Быстро скакать она уже не могла. Она еле передвигала ногами. И что? Thank you.
Я в аварию попал. Позиции сказал, например, что Тимошенко выступает с более конструктивных позиций. Ну, фраза «Березовца секта свидетельницы Саакашвили» – это, конечно, хамство, которое явно рассчитано на то, чтобы отсечь всех таких политологов от Саакашвили, чтобы они не успели перебежать на сторону.